Промоутерская компания «Спарта Боксинг Промоушен» при поддержке Национальной лиги профессионального бокса Украины и Федерации бокса Одесской области представляет боксерский турнир «Одесса Стайл». Дамы и господа, добро пожаловать на главный бой сегодняшнего вечера. Поединок за вакантный титул WBC International Silver в супертяжелой весовой категории. Майк Молла, Соединенные Штаты Америки, Андрей Руденко, Украина. И в синий угол ринга приглашается боксер из Соединенных Штатов Америки Майк Молла. Красный угол ринга приглашается боксер из Украины Андрей Руденко. Поединок обслуживают судьи Предрак Алексич, Черногория, Роберт Вервич, Норвегия, Елена Пабевайла, Бельгия, рефери в ринге Даниэл Вандельвиль, Бельгия, супервайзер Хусейн Хвиши, Тунис, супервайзер от Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов. Дамы и господа, гимн Америки. Дамы и господа, гимн Украины. Так, в синем углу ринга боксер из Соединенных Штатов Америки. Ему 36 лет, рост 185 сантиметров.
Вес 112 килограмм. На профессиональном ринге провел 27 поединков, одержал 21 победу, 5 из которых нокаутом. Майк Молло! В красном углу ринга боксер из Украины. Ему 32 года. Вес 105 килограмм 100 грамм. На профессиональном ринге провел 29 поединков. Одержал 27 боев. Из Днепропетровска Андрей Руденко!
Дамы и господа, после четвертого раунда ситуация со счетом следующая. 39-37. Все судьи в сторону Андрея Руденко. All judges, 49-37 to the red corner. Thank you.
Дамы и господа, поскольку бой был остановлен доктором соревнований, решение о победителе принимается судьями на текущий момент. Итак, после 7 раундов счет такой. 68-64. 68-64. 67-65. 67-65. 68-64. 68-64. And the winner by unanimous decision and a new champion WBC International Silver, Andrei!